подсказки ждал шайбу на синей линии, дождался. И пока через короткие передачи с Хохлачевым разыгрывают. Пас в коньки, прострел, нет, не проходит. На дальний борт уходит шайба, и здесь Каски подкатился. Все сделал вовремя. Так, вот минута остается. Бросок Оливера Каски, гол! Там мощнейший бросок. Да, Найт находился на пятачке. Возможно, его шайба там тоже задела. И вот Найт, кстати, был в площади ворот. Но все это не отменяет того, что Каски исполнил просто великолепный этот бросок. И он сегодня один из лидеров именно по силе, по мощности броска. Уже один у него был на 162 км в час. Ну и вот этот где-то там же тоже будет в любом случае.